17 июля в здании администрации прошло совещание по организации ремонтных работ и подготовке в соответствии с требованиями детских технопарков «Квантолаб». «Квантолаб» станет структурным подразделением Центра детского творчества. Планируется ремонт фасада здания, отделка внутренних помещений, оснащение аудиторий и лабораторий оборудованием и проведение необходимых коммуникаций. Кумертау станет первым городом в России, в котором появится «Квантолаб» – платформа для создания нового образовательного формата для детей в области инженерных наук. Одновременно в «Квантолабе» смогут обучаться до 180 детей разных возрастов. Площадку оснастят высокотехнологичным оборудованием для внедрения инновационных технологий и идей. В данный момент педагоги Центра детского творчества проходят обучение на базе инновационного центра «Сколково» в Москве. То, что вот мы сейчас вступили в эту сеть детских технопарков «Кванториум», получается, одно из требований, чтобы наши наставники, так сказать, педагоги дополнительного образования прошли обучение в «Сколково» и с новыми знаниями, с новыми умениями работы на новом оборудовании, все это передавали уже детям. Открытие «Квантолаба» планируется в ноябре текущего года. Павел Игошин, Роман Бекулов, телекомпания «Арис».